Не так давно в нашей стране был принят указ о создании мобилизационного резерва вооруженных сил России. То есть теперь каждого мужчину могут призвать в армию на воинские сборы, и исключение при этом не будет сделано ни для кого. В том числе и для звезд нашего отечественного. Не к ночи будет подобно шоу-бизнеса. Я решил представить, когда несколько минут, а как бы звезды нашего шоу-бизнеса могли служить в нашей армии? Рядовой Жванецкий. Я вас внимательно слушаю. Рядовой Жванецкий, мы завтра начинаем учение. Вы готовы наступать? Ребята, вот сколько я себя помню, мы все время наступаем. Взвод! Внимание! Наша стратегическая задача – ликвидировать опасность со стороны блока НАТО. Ребята, извините, товарищ командир, но я сейчас скажу. Опасность со стороны блока НАТО можно ликвидировать вообще без всякой армии. Да, нужно назначить нашего бывшего министра обороны России